Доброе утро. Вот так хорошо. Давай я возьму этого. Ага, прибери. Ага, это хорошо. Привет, здравствуйте. Приятно, я говорю. Привет. Можешь нас заснять, это вот я доставал девушку. Уже снял. Вот. Да, это я летал в Москву, просил у нее на эндопротез, вот это, скажи, у Слуцкого. Передачу Слуцкого распорядок. Ну вообще, доктор мне этот очень помог. И с коляской тоже он договорился, чтобы мне помогли. Я вам очень... А как зовут? Меня Вадима на приемке. Очень приятно, Вадим. Я говорю. Вот здесь заместитель главного врача. А можно объяснить, Лили, как пациент? Кто? Как она? Лилечка. Лиля очень дисциплинированная, очень симпатичная, очень оптимистично настроена. Молодец, девочка, молодец. Я ее принимал, у меня был день, я дежурил как раз как дежурный врач на время обстрела. Их тогда привезли с БАСЭ, их тогда сразу к нам привезли 13 человек. 8 мы сразу госпитализировали. Вот. Тогда стал вопрос по поводу того, чтобы сохранить конечность. Мы пошли на уникальную операцию, конечность мы и сохранили, вот, но все-таки не было части кости. Вот. Ну и потом, понимаете, не все так происходит, потому что рана огнестрельная, рана очень тяжелая, понимаете, огнестрельные травмы не отличаются от, допустим, от ран, которые чистые, потому что мы не видим однозначно, какая зона поражена. Вот, ну, к сожалению, стал вопрос по поводу ампутации конечности. Ну, вот так вот. Ничего, жизнь продолжается. Главное, что она попала тогда к нам в больницу. Она ехала в троллейбусе, везла годовалого ребенка на руках. Главное, что ребенок не пострадал, слава богу. Вот. Ну, слава богу, жизнь продолжается. А коляску подарил ей глава государства. Вот. Причем сделал он это не то, что как вот, ну, как я ей помог, в общем, но это сделал он сам. Это его жест доброй воли. Он вообще так отнесся к этой девочке. Давай, Лидочка, ну, здорово. До свидания. Вам спасибо. Спасибо, Вадим. Thank you.